В Махачкале в минувшие выходные аллея дружбы духовного центра имени пророка Иссы пополнилась саженцами. В улучшении эстетического и экологического состояния прилегающие территории приняли участие исполнители нашидов. Подробнее в следующем материале. Дерево, кто сажает, это он вносит очень большой вклад и на этом свете, и на том свете. Известные дагестанские исполнители нашидов за озеленение города. Богоугодное дело, о котором знают многие. Посадка деревьев на аллее дружбы для жителей республики уже традиция. Будут внуки здесь прогуливаться по этому парку. Правнуки, вот они будут гордиться и говорить: вот мой дедушка или моя бабушка, вот мой отец, моя мать посадили здесь дерево, и под тенью этого дерева они будут отдыхать и со своими детьми. Это будет очень приятно. Аслудин, Хабиб и Гаджилов нашли время, чтобы прийти и посадить дерево в память о своих коллегах, с кем на протяжении многих лет они работали и дружили. Они ушли с этого буренного мира. Хотим в их честь, в их память оставить что-то на этом земле, посадить дерево и вручить сертификат их родителям. Для нас это честь, потому что наши братья, которые ушли, покинули этот бренный мир, мы в память о них и будем сажать деревья. И помимо этого, это для наших детей, внуков, это уже, как говорится, память. Так что мы надеемся на то, что примет наши намерения Всевышний Аллах. Здесь, на аллее дружбы, что расположено у духовного центра имени пророка Иссы, за каждым деревом ухаживают и следят садовники. Администрация центра несет ответственность за посаженные деревья. Камиль Девятов, Муса Салгиреев, телеканал ННТ, Махачкала.